Акция «От всей души» – добрая традиция тех, кто искренне желает творить добро. Организаторами традиционно выступают Министерство труда и соцзащиты, Министерство образования, Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусская республиканская пионерская организация. Данное мероприятие проводится в рамках большой республиканской акции «От всей души», которая благодаря доброй инициативе главы государства приобретает все более широкий размах, в нее включается все большее количество неравнодушных людей, в том числе и представители общественных организаций, также предпринимателей, частных фирм. Ну и, конечно же, присоединимся мы, депутатский корпус, вот к этим благим акциям. И эта акция, и деятельность этого учреждения являются частью большой социальной политики, которая проводится в нашей стране. В нашем государстве важен каждый человек, и ребенок, и, конечно же, пожилой человек, одинокий человек, тяжело больной человек. И в рамках вот этой большой политики каждому из них оказывается внимание, оказывается помощь. Таких хосписов в нашей стране всего два – в Бресте и в столице. Сегодня на попечении медучреждения находятся 25 пациентов, большинство из которых – лежачие. Медики, медсестры и санитары учреждения работают в морально трудных условиях, но не отказывают никому не только в оказании высококвалифицированной помощи, но и в моральной поддержке как больных, так и их родственников. Действительно, люди, которые находятся в нашем учреждении – это очень тяжелые люди, которые должны действительно… Тот отрезок жизни, который ему остался прожить, прожить достойно, без боли, без каких-то проблем. Родственники, которые у них есть, тоже должны почувствовать какое-то облегчение. И им трудно вообще про это говорить, и им трудно тоже. Бывает иногда, что родственникам, которые сопровождают своих больных родственников, тяжело вот это вот все выносить и морально, и психологически. Иногда больше помощи необходимо оказать именно здоровому человеку, который вокруг вот этих людей. Тяжело работать и сотрудникам нашего учреждения, потому что каждый день это между жизнью и смертью. Вот. И огромное спасибо тем медсестрам, врачам, санитарочкам, потому что без всего медперсонала, сестрам-хозяйкам, обслуживающему персоналу, без них эта работа бы не состоялась. Эта помощь, которая оказывается действительно на должном уровне, на качественном уровне, она была не всегда даже в домашних условиях могла бы осуществляться таким пациентам. Депутаты Палаты представителей Марина Васько и Анатолий Дашко, а также представители организации «Живи, малыш» в рамках акции «От всей души» подарили подарки и выразили свои слова благодарности сотрудникам хосписа за трудную, но такую нужную и милосердную работу. Мы всегда рады прийти и помочь людям, тем более вот таким людям, которые находятся в тяжелых ситуациях. Это очень важно. Слава Богу, у нас в стране созданы условия, где эти люди могут достойно, так скажем, уйти. Это очень важно, потому что каждый человек окружен заботой, начиная от рождения и заканчивая такими вот ситуациями, к сожалению. Вот, к сожалению, тоже население у нас стареет, средний возраст тоже растет. Продолжительность жизни возрастает, то и потребность в таких учреждениях, она, конечно, будет нарастать. И это очень здорово, что вот в Бресте есть такое учреждение. Их в стране у нас единицы, так скажем. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.